Мы обсуждаем все, все. Но мы никогда не обсуждаем господина Путина. Сразу у всех слезы на глазах, не хочется жить. Рисунок, мне сразу выдали 250 рублей, это огромные были деньги. Задал глупый вопрос, а где, в какой газете это будет завтра опубликовано? Тогда они хитро улыбнулись и сказали, ну что вы, нигде это не будет опубликовано. Это будет распространено на Западе как пример настоящей демократии.